улица Охотный ряд. Вот там находится Государственная дума. Это вот гостиница в самом центре Москвы. А вот большой театр. Вот. Это метрополитен, станция Охотный ряд. Вот в этом районе здесь очень много театров. Театр Чехова прошел недалеко. Российский государственный академический молодежный театр. Здесь много театров в этом районе, в самом центре Москвы. Здесь музей Московского художественно-академического театра, выставочный зал «Новый манеж», хат Чехова на Камергерском переулке, большой театр, малый театр, памятник Островскому у малого театра. Вот такая вот историческая площадь здесь красивая. Дальше там находится ЦУМ. Сейчас мы подходим к Большому театру. Да, вот только на фотографиях видел. Вот наконец-то вживую подошел. Да, исторические здания. Ну, так вот тут. Вот такая красота. Москва, самый центр, недалеко Красная площадь, Кремль. Вот наконец-то я и пришел на это место. Хотел побывать давно здесь. Молодежь курит. Вот такая красота. Хотел отметить, что все-таки здесь в Москве внимание хорошо уделяют. Здесь везде чисто, порядок, не то что в остальной России. Надо, чтобы Россия не только была в Москве и деньги выделяли на дворников во всех городах. Вот такие, вот малый театр. Вот. Гостиница «Метрополь». Туда в сторону. Вон. Исторический музей видно дальше. Вот. Такая вот, вот такая панорама. Театральная площадь. Вот так вот наводят порядок, вон моют фонтан, скоро
будет тепло, фонтаны будут работать. Ну, такая театральная площадь. Все, до новых встреч.